Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Костяк сборной команды Красноглинского района Самары по волейболу среди юношей начал формироваться 4 года назад на базе подросткового центра «Меридиан». Кубок главы города взяли со второй попытки. В прошлом году не удалось попасть даже в плей-офф. Неудача подстегнула команду к спортивным подвигам. Двухразовые тренировки каждый день, выходные, товарищеские матчи. Как результат, в новом сезоне красноглинцы в финале Кубка главы Самары играли с грозным соперником сборной Ленинского района и завоевали золотые медали. Счет в серии 2-0. Первая партия закончилась со счетом 32-30, вторая – 25-18. Ленинский район немножко психологически сломался, потому что мы с ними не первый раз встречаемся. В общем, чужая площадка, чужой зал. Чужие зрители, ну, скажем, мои более-менее оказались покрепче нервами. Потому что я их буквально с 1 сентября по воскресеньям накатывал на чужих площадках. На паркете сборная команда промышленного района. Девушки представляют три школы – 45-ю, 48-ю и 124-ю. За кубок главы Самары в финале сражаются с представительницами Кировского района. Показав комбинационную игру, промышленники не оставили соперницам ни единого шанса на победу. Финальный матч на самом деле оказался гораздо легче, чем мы думали. Ну, 2-0 по партиям, а так там плюс 4 в каждой партии, я считаю. Ну, две команды, которые достойны. Мы с ними на городе играли по образованию. Там 25-23, 25-23, ну, в этот раз даже побольше отрыв. За кубок главы Самары по волейболу сражались 22 школьные команды юношей и 21 команда девушек. Победители и призеры районных соревнований сформировали сборные. В итоге главный трофей разыграли 9 команд в каждом дивизионе. Соревнования очень были интересные, насыщенные, эмоциональные. Мне лично больше понравились девушки, потому что до последнего было непонятно, кто выиграет. По мастерству, конечно, им еще надо готовиться, и все впереди. Волейбол в Самаре быть. Следующей весной пройдет традиционный кубок главы Самары. Осенью – городское первенство среди школьных команд. Перспективные спортсмены в будущем смогут попробовать себя во взрослых командах любительской волейбольной лиги. А кому повезет, то и в профессионалах. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.